Дорожно-транспортное происшествие – одна из главных причин смертности украинцев, говорят в Главном управлении национальной полиции. По их данным, большинство аварий случается по вине нетрезвых водителей. На Харьковщине за последние 5 месяцев произошло 38 таких ДТП. В них погибли 3 человека, еще 56 получили травмы различной степени тяжести. Аварии провоцируют как водители автомобилей, так и мотоциклисты. Есть улицы, где мотоциклисты подвергают не только себе небезпеці, але и оточуючих, то саме водіїв інших і учасників дорожнього руху. Якщо мотоцикл має відповідну реєстрацію, якщо він дотримується правил дорожнього руху, він в нього є обмундирування, ну, шолом, який має в нього бути, то ми не можемо його обмежити. Кроме того, представители общественных организаций разработали законопроект создания национальной дорожной агенции. Буде структура. І будуть її представники. Поліція буде виконувати, як у всіх державах, суто поліцейську функцію на дорогах. Всі, а там вже багато питань. Як в цій адміністрації передбачено, хто буде їм займатися? Состояние дорог также одна из главных причин ДТП, отмечают специалисты. Смотря в какой части города. В центре безопасные, на окраинах где-то, либо, ну, я знаю, что жители сталкиваются с проблемами. Если придерживаться, наверное, правилам движения, они в городе нормальные и хорошие. За городом и во дворах там, конечно, ужас. В центре безопасно. Относительно. Если считать некоторые, как водители себя ведут, то не очень безопасно. Но лучше смотреть по сторонам. С начала этого года в Харькове были составлены 3 протокола на должностных лиц дорожных организаций. Неправильное использование дорожного знака, наличие ямочности, неправильное изменение разметки. Следственная группа или группа по оформлению ДТП выезжает и принимает решение, что именно это повело... Именно из-за этого случилось ДТП, конечно, привлекается виновный коммунальной организации. Неделя безопасности дорожного движения в Украине проходит 6-й раз. В этом году ее девиз «Спасите детские жизни». В рамках акции в Харькове школьные офицеры рассказывают юным пешеходам о правилах поведения на дороге. Юлия Семененко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».